Пленка здесь абсолютно прозрачная. Обзорность нормальная, все вижу. Носовой прозрачный тент для модели Taimin LX 3400 3600. Так он выглядит. Пленка здесь абсолютно прозрачная. Суперпрозрачная даже называется она. Высокого качества все материалы. Ткань самого тента Oxford Ripstop. За привал он держится крючками. Крепится на растяжках. Причем здесь так все мощно прошито, качественно сделано. Можете прям сильно натягивать. Даже нужно сильно натягивать. Он бесшовный. Ветровое стекло без швов. Обзорность отличная. Высота от баллона и до верха тента 58 сантиметров. В комплекте идет чехол. Я один в лодке. Лодка с тентом Taimin LX 3600. Мотор пятнашка. Выходим на глиссер. А, кстати, с тентом она быстрее выходит. Видимо, прижимает нос из-за ветра. И лодка сразу встает на глиссер. Нос опускает. Отлично, ветра никакого нету. Я сижу, воздушные потоки выше меня уходят. Срезает их. Хорошая скорость. Никакого сопротивления не ощущаю вообще. Только плюсы. Из-за того, что нет брызг, нет ветра. Обзорность нормальная, все вижу.